Старший инспектор Дмитрий Журин – человек спортивный. Несмотря на плотный график работы, лыжами занимается регулярно. Два раза в неделю сотрудник дорожной полиции преодолевает дистанцию в 11 километров. Всю зиму готовился к этим соревнованиям. Вот. Ну, надеюсь, достойно выступить. Лыжный спорт вообще любите? Очень люблю. Вот. Слежу за ним, за всеми соревнованиями международными. Соревнования по лыжным гонкам среди сотрудников территориальных подразделений и служб межмуниципального управления МВД России Одинцовская ежегодно проходят в парке культуры, спорта и отдыха. В этот раз свое мастерство в свободном стиле продемонстрировали более 30 стражей порядка. Протяженность дистанции составила 3 километра, как для мужчин, так и для женщин. В рамках служебной подготовки мы ежемесячно с личным составом проводим различного рода соревнования. Но пока вот снег лежит, да, зимний сезон, так сказать, проводим соревнования по лыжам, которые потом пойдут в общий зачет общего чемпионата всего управления. По словам организаторов, спортивные соревнования позволяют полицейским не только поддерживать себя в хорошей физической форме, но и способствуют поднятию боевого духа и популяризации здорового образа жизни. По результатам гонки победу одержали сотрудники ГИБДД. Второе место завоевали оперативники уголовного розыска, а на третью ступень пьедестала поднялась команда Галицинского отдела полиции. Екатерина Ярова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».